Глава МИД России совершил визит в Перу, где встретился со своей коллегой Эдой Ривас. В разговоре с главой перуанского МИД Лавров коснулся темы российско-украинских отношений. Он заметил, что диалог между киевскими властями и их оппонентами мог бы быть налажен под эгидой ОБСЕ. Кроме того, по итогам переговоров Сергей Лавров заметил, что Перу хочет установить тесные контакты с Таможенным союзом. Российский министр также сообщил, что пригласил перуанскую коллегу посетить Россию. Он выразил надежду, что контакты с этой страной будут продолжены. Перу стало четвертым государством, которое глава МИД России посетил в рамках своего латиноамериканского турне. Накануне Сергей Лавров провел переговоры с президентом Чили и чилийским министром иностранных дел. Он подробно изложил им российскую оценку событий на Украине и, по словам Лаврова, был услышан. На пресс-конференции после переговоров он также озвучил чилийским журналистам позицию России в ответ на американские санкции. Мы не собираемся обезьянничать, если хотите, и на данном этапе хотим все-таки дать шанс нашим партнерам успокоиться. Дальше посмотрим, если эти нападки абсолютно безосновательные на Россию продолжатся, если будет попытка каких-то экономических рычагов против нас использовать, то тогда мы будем разбираться в ситуации дополнительно.